Республика Арцах или Нагорно-Карабахская республика – государство, образовавшееся в процессе распада СССР. Столица – город Степанакерт. Граничит с Арменией, Азербайджаном и Ираном. Издревле являлся одной из провинций исторической Армении, о чем в том числе свидетельствуют работы Страбона, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Плутарха, Диона Кассия и других античных авторов. После разделения царства Великой Армении в 387 году Арцах стал частью Восточно-Армянского царства, которое вскоре попало под господство Персии. В период арабского нашествия Арцах был частью наместничества Армении. В IX-XI веках Арцах входил в состав армянского царства Багратидов, а в XII-XIII веках – армянского царства Захаридов. В последующие века Арцах вновь попал под господство Персии, сохранив, однако, полнезависимый статус. Управление краем осуществлялось армянскими наследными удельными князьями-меликами, которые сумели сохранить фактический суверенитет, полную независимость в вопросах внутреннего управления, судопроизводства, сбора налогов, а также право на собственное войско. Арцах, несмотря на соседство с мусульманским населением Ирана и тюркскими племенами, пребывающими в регион начиная с XI века, оставался армяно-населенным. Этническая карта начала меняться с середины XVIII века с проникновением тюркских кочевых племен на север Арцаха, что привело к столкновениям с коренным армянским населением. С тех пор распространилось еще одно название края – Карабах. В 50-х годах XVIII века, воспользовавшись внутренней междуусобицей армянских миликов Арцаха и при содействии одного из них, Милика Варанды Назара II, вождь одного из тюркских кочевых племен Панах сумел обосноваться в крепости Шуши, провозгласил Карабах ханством, а себя ханом, и попытался распространить свою власть на весь Карабах. Это положило начало многолетним войнам с армянскими меликами. В результате русско-персидских войн в 1804-1813 годах и 1826-1828 годах в начале Арцах-Карабах, а затем и вся Восточная Армения вошли в состав Российской империи. В период распада Российской империи Нагорный Карабах в 1918-1920 годах превратился в арену жестокой войны между восстановившей свою независимость Арменией и новосозданным в условиях турецкой интервенции Азербайджаном, который с момента своего образования предъявил территориальные претензии на значительные армянские территории Закавказья, в том числе на Карабах, чем положил начало Карабахскому конфликту. Регулярные турецкие войска и азербайджанские вооруженные формирования, воспользовавшись смутой, вызванной мировой войной и распадом Российской империи, в продолжении геноцида армян в Турции в 1915 году, в 1918-1920 годах устроили резню армян в Баку. Однако в Нагорном Карабахе эти формирования натолкнулись на серьезное вооруженное сопротивление. Тем не менее, Шуши, столица края 23 марта 1920 года, была сожжена и разграблена, а армянское население города подверглось резне. Именно тогда международное сообщество сочло необходимым вмешаться в конфликт, приобретавший все более трагический характер. 1 декабря 1920 года Лига Наций, реагируя на территориальные притязания Азербайджана, высказалась против принятия Азербайджана в Лигу наций и признала Нагорный Карабах спорной территории до окончательного урегулирования конфликта. С этим согласились все вовлеченные в конфликт стороны. Таким образом, в период возникновения в 1918-20 годах Азербайджана его суверенитет не распространялся на Нагорный Карабах, который в то время управлялся армянскими национальными советами и обладал собственными силами самообороны. В апреле 1920 года на Южный Кавказ приходит Красная Армия. После установления 28 апреля 1920 года советской власти в Азербайджане Красная Армия занимает Карабах, объявляя его спорной территорией. С провозглашением советской власти в Армении правительство советского Азербайджана 30 ноября 1920 года объявило о прекращении территориальных споров с Арменией и о признании Нагорного Карабаха составной частью советской Армении. Позже азербайджанское руководство при поддержке Народного комиссара по делам национальностей Иосифа Сталина вновь поднимает вопрос принадлежности Карабаха в рамках обсуждений по определению внутренних границ республик Закавказья. 4 июля 1921 года пленум Кавбюро ЦК РКПБ внес постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Советской Армении. На следующий день, 5 июля, состоялось еще одно заседание пленума бюро ЦК РКПБ, который под давлением Йосифа Сталина отменил предыдущее решение и постановил Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию. 7 июля 1923 года после двух лет проволочек Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет провозгласил автономию на армянской части Нагорного Карабаха, границы которой в дальнейшем были проведены таким образом, что значительная часть Нагорного Карабаха осталась за ее пределами, а остальные населенные армянами территории неоднократно перекраивались и к 1988 году входили в состав различных районов Азербайджанской ССР. Из них лишь Шаумянский район сохранился в виде отдельной администрации единицы. По данным переписи 1926 года, на территории автономной области Нагорного Карабаха проживало 111 700 армян, а в Северном Арцахе, который оказался за пределами автономии, проживало еще 50 тысяч армян. С целью отделения Нагорного Карабаха от Армении власти Азербайджанской ССР в 1923 году создали Курдский уезд, Красный Курдистан, с административным центром в Лачине, Бертзор, Спустя шесть лет, в 1929 году, Курдский уезд был упразднен, а составляющие его территории стали отдельными административными единицами Азербайджанской ССР. На протяжении всего периода нахождения Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР руководство республики вело целенаправленную политику по выдавливанию армянского населения, систематически нарушая их права и препятствуя экономическому развитию края. В 1950-е годы в Нагорном Карабахе в перерасчете на душу населения капитал вложений приходилось в 10 раз меньше, чем в среднем по Азербайджану. С 1970-х годов стало поощряться усиленное развитие азербайджанских населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Но даже при этом капиталовложения на душу населения в автономии уступали средним показателям по Азербайджану в 1981-1985 годах более чем в 2, а с 1986 года в 2,7 раза. Однако наиболее острой была дискриминация в национально-культурной сфере. Многочисленные армянские церкви на территории Нагорного Карабаха были полностью закрыты, в то время как мечети продолжали действовать. Армянский язык был практически исключен из официальной сферы. Сокращалось количество армянских школ. Практически не было учебников на армянском языке. Результатом подобной политики стал демографический сдвиг в сторону механического увеличения азербайджанского меньшинства. В среднем в 1926-1979 годах из НКО ежегодно мигрировало около 2000 армян. В то время как численность азербайджанского населения, начиная с 50-х годов, увеличивалась примерно на тысячу человек в год. В целом армянское население Нагорно-Карабахской автономной области с 1926 года к 1979 году возросло всего лишь со 111 700 человек до 123 100 человек, тогда как азербайджанское с 12 600 человек до 37 200 человек. За 1926-1980 годы в Нагорно-Карабахской автономной области число армянских населенных пунктов сократилось на 85, что составляет 27%. В ответ на дискриминационную политику Азербайджана, армянское население Нагорно-Карабахской автономной области заявило о своем требовании выйти из состава Азербайджана и воссоединиться с Арменией. Это стремление всегда существовало в сознании населения Нагорно-Карабахской автономной области и поэтому даже малейшая возможность его артикуляции сразу же приобретала характер массового движения, которое носило правовой и мирный характер. В 1988 году начинается современный этап национально-освободительного движения армян Нагорного Карабаха. С 13 февраля 1988 года в столице области Степанакерте проходят массовые митинги, собирающие несколько десятков тысяч людей. 20 февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области парламента автономии приняла решение просить Верховные Советы Азербайджанской ССР и Армянской ССР решить вопрос о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. В ответ на требования армянского населения Нагорного Карабаха реализовать свое право на самоопределение, в Азербайджане прокатилась волна организованных властями армянских погромов, сопровождавшихся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами. В результате погромов сотни армян были зверски убиты, тысячи покалечены, около 450 тысяч были изгнаны из своих домов и стали беженцами. Более 30 тысяч из них нашли прибежище в Нагорном Карабахе, где и проживают до сих пор. Стремясь окончательно решить Нагорно-Карабахскую проблему силой, азербайджанские власти в апреле-августе 1991 года при поддержке внутренних войск МВД СССР и Советской армии провели крупномасштабную военно-полицейскую операцию «Кольцо» по депортации армянского населения приграничных сел Арцаха, ставшей прелюдией к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Нагорно-Карабахской республики. В результате операции были полностью опустошены и разрушены более двух десятков сел северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов. Депортировано почти 10 тысяч человек, более ста убиты, несколько сотен взяты в заложники. В марте 1991 года Европарламент и в мае 1991 года Сенат США приняли резолюции, осуждающие применение силы против населения Карабаха и призывающие положить конец блокадам и другим формам применения силы и устрашения, направленным против Армении и Нагорного Карабаха. Однако лишь провал попытки военного переворота в Москве в августе 1991 года положил конец депортациям. С конца августа 1991 года начинается парад суверенитетов Союзных Республик. 2 сентября 1991 года, основываясь на законе СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР, совместная сессия депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику. 10 декабря 1991 года в Нагорно-Карабахской Республике состоялся референдум о независимости, на котором 99,89% числа принявших участие проголосовало за независимость. Азербайджанское население Нагорного Карабаха под давлением Баку отказалось от участия в референдуме и вместо этого поддержало развязанную азербайджанскими властями агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, приняв в нем активное участие. В день референдума Степанакерт и другие армянские населенные пункты подверглись обстрелу, в результате которого погибло 10 и было ранено 11 мирных жителей. 6 января 1992 года Верховный Совет Нагорно-Карабахской Республики принял декларацию о государственной независимости НКР, тем самым законодательно закрепив как результаты референдума, так и те ранее принятые правовые акты, в которых реализовалось право народа Нагорного Карабаха на самостоятельное определение своего политического статуса. В ответ на политические процессы в Нагорном Карабахе последовала очередная эскалация насилия со стороны Азербайджана. С осени 1991 года начинается ракетный обстрел Степанакерта и других населенных пунктов со стороны азербайджанских вооруженных формирований. С 1992 года Азербайджан начинает применять реактивные системы залпового огня, боевую авиацию, тяжелое вооружение. Началась полномасштабная война, которая сопровождалась многочисленными нарушениями международного гуманитарного права и преступлениями против мирного населения, совершенными азербайджанской армией. Одним из самых трагических эпизодов азербайджанской агрессии против Нагорно-Карабахской республики стала беспрецедентная по жестокости резня жителей армянского поселка Марага, Мартакерского района НКР. 10 апреля 1992 года после продолжительного артиллерийского обстрела азербайджанские вооруженные подразделения вторглись в поселок. Малочисленному отряду местных ополченцев удалось эвакуировать из Мараги большую часть жителей. Однако примерно 118 человек, в основном пожилые люди, инвалиды, женщины и дети, остались в поселке. Многие из них были безжалостно убиты солдатами азербайджанской армии. Жертвами этого военного преступления стали более 50 человек, из которых 30 женщин. Расширение военных действий поставило Нагорно-Карабахскую Республику перед необходимостью организации и совершенствования обороны. С этой целью по всей Республике создавались добровольческие отряды самообороны, которые вскоре были сформированы в регулярную армию. 9 мая 1992 года силам самообороны Арцаха удалось освободить город Шуши, а еще через несколько дней, 18 мая, установить в районе Лачина-Бердзора коридор, связывающий Нагорно-Карабахскую Республику с Арменией. Однако вскоре ситуация на фронте вновь резко обострилась, что было обусловлено получением Азербайджаном в мае 1992 года боевой техники и вооружений бывшей советской армии, которые были дислоцированы на территории Азербайджана. Азербайджан в нарушении норм международного права привлекал к участию в военных действиях в составе своих вооруженных сил несколько тысяч иностранных наемников из Чечни, Афганистана, Турции и стран СНГ. Привлечение в конфликтную зону наемников в дальнейшем способствовало превращению Азербайджана в транзитную страну для перевозки наркотиков в Европу и Россию, а также в перевалочный пункт для террористов и террористической деятельности и их субсидирования. Получив многократное преимущества в силе, азербайджанская армия при участии военнослужащих, дислоцированных в Азербайджане частей бывшей 4-й советской армии, 12 июня 1992 года начинает крупномасштабное наступление, захватывает Шаумянский район и большую часть Мартакертского района, а также часть Мартунинского и Аскеранского районов. В общей сложности около 48% территории Нагорно-Карабахской республики оказались под азербайджанской оккупацией. Около 66 тысяч человек стали внутренне перемещенными лицами. После перегруппировки сил армии обороны Нагорно-Карабахской республики удалось к осени 1992 года остановить продвижение азербайджанской армии, а в 1993 году добиться перелома на фронте. Весной осенью 1993 года Карабахская армия нанесла ряд тяжелых поражений армии Азербайджана в Кельбаджарском, Агдамском, Физулинском, Кубатлинском, Зангеланском, Джибраилском направлениях и смогла обеспечить безопасные рубежи на Горно-Карабахской республике. На начальном этапе конфликта поиски путей мирного урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта велись параллельно рядом посредников – России, Казахстаном, Ираном, СНГ и ОБСЕ. В период активных боевых действий усилия посредников были в первую очередь направлены на установление прочного и долгосрочного режима прекращения огня. С этой же целью в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по Нагорному Карабаху. Их первоочередным и главнейшим требованием было незамедлительное прекращение огня всех военных действий и враждебных актов. Именно это основное требование всех четырех резолюций неоднократно нарушалось со стороны Азербайджана и в полной мере не выполнено до сих пор. Невыполнение Азербайджаном как основного, так и других требований и призывов четырех резолюций Совета безопасности ООН, его ставка на силовое решение конфликта, нежелание гарантировать мир и постоянные угрозы возобновления войны привели к срыву и девальвации резолюций. 12 мая 1994 года вступило в силу соглашение о прекращении огня и военных действий, подписанное Нагорно-Карабахской республикой, Азербайджанской республикой и Республикой Армении при посредничестве Российской Федерации. Данному соглашению предшествовали несколько раундов прямых переговоров между НКР и Азербайджаном, в том числе на высшем уровне. В результате именно этих прямых контактов было заключено около 10 двусторонних договоренностей между Азербайджаном и Нагорным Карабахом об ограничении военных действий, временном перемирии или его продлении, которые проложили путь к достижению Майского соглашения 1994 года. 26-27 июля 1994 года военные руководители Нагорно-Карабахской Республики, Азербайджана и Армении подтвердили взятые на себя обязательства по прекращению огня вплоть до заключения Большого политического соглашения. 6 февраля 1995 года под эгидой ОБСЕ было подписано трехстороннее соглашение по укреплению режима прекращения огня. Эти соглашения по сей день остаются единственным реальным достижением в процессе мирного урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. Трехстороннее соглашение о бессрочном прекращении огня 12 мая 1994 года позволило посредникам сконцентрировать усилия по поиску окончательного урегулирования азербайджано карабахского конфликта путем переговоров. Для консолидации усилий России и ОБСЕ в декабре 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште был учрежден институт сопредседательства Минской группы. Будапешский саммит также закрепил трехсторонний формат переговоров. Полноформатные переговоры с участием представителей Нагорно-Карабахской республики Армении и Азербайджана проходили вплоть до апреля 1997 года, когда они были сорваны по вине Азербайджана. В 1997 году было учреждено тройное сопредседательство Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции. В апреле 1999 года возобновляются прямые переговоры между сторонами конфликта, но уже в урезанном формате, без непосредственного участия Нагорно-Карабахской республики. В таком формате переговоры проходят по сей день. В условиях отсутствия полноформатных переговоров сопредседатели Минской группы ОБСЕ с целью продолжения диалога периодически посещают регион и проводят встречи с властями Нагорно-Карабахской республики, Армении и Азербайджана. Отсутствие реального прогресса в процессе мирного урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта обусловлено очевидным нежеланием Азербайджана достигнуть окончательного решения переговорным путем, о чем свидетельствуют. Первое. Наращивание Азербайджаном военного потенциала, отказ от любых миротворческих инициатив по укреплению режима прекращения огня, политика по изоляции Нагорного Карабаха, тотальная пропаганда армянофобии, враждебность и милитаризм. Второе. Отказ Азербайджана от полноформатных трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Нагорно-Карабахской республики. Единственным достижением в процессе урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта является соглашение о прекращении огня и его укреплении, подписанное благодаря полноценному участию в переговорах всех трех сторон – Нагорно-Карабахской республики, Азербайджана и Армении. Логика процесса урегулирования требует восстановления переговоров по поиску окончательного разрешения конфликта именно в данном трехстороннем формате. Кульминацией агрессивной политики Азербайджана стало крупномасштабное наступление против Нагорно-Карабахской Республики в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года с использованием тяжелой техники, артиллерии и боевой авиации. Однако, понеся значительные потери в живой силе и технике, Азербайджан 5 апреля был вынужден, как и в 1994 году, запросить при посредничестве Российской Федерации прекращение боевых действий и вернуться к соблюдению режима прекращения огня от 1994 года. Нежелание найти мирное решение Азербайджана-Карабахского конфликта и агрессивная политика Азербайджана, отрицающая право народа Нагорного Карабаха на жизнь и мирное развитие, указывает на безальтернативность международного признания Нагорно-Карабахской Республики, состоявшегося государства со всеми атрибутами и институтами государственности, собственной конституцией, активным гражданским обществом и динамично развивающейся экономикой.